Почти 50 спортсменов вышли на трассу побороться за медали в трех дисциплинах – супергигант, слалом и гиганты и слалом. В выходные в Красноярске прошли открытые чемпионаты первенства края по горнолыжному спорту. Самым старшим участникам 21 год. Спортсменам необходимо было максимально быстро пройти больше 1000 метров в два заезда. Правда, участникам не повезло с погодой. В городе было минус 26, а на склонах все 30 градусов мороза. Мышцы перемерзают, и вот из-за этого только сложнее, что в теплую погоду ты себя уверенно чувствуешь, весь организм настроен, как бы тепло тебе, все. А в такую погоду ты весь перемерзаешь, волнуешься больше. Ну и ноги, особенно стопы, когда замерзают, очень неприятно по трассе ехать. Мне лично проще ехать, если честно, в мороз. Ну как-то организм немного в экстренной как ситуации находится и сразу активизируется, поэтому попроще ехать получается. По итогам первенства станет понятно, кто из красноярских спортсменов поедет представлять наш край на Кубке России. Также эти спортсмены будут участвовать в марте в первенстве России в финалах третьей зимней спартакиады молодежи страны, которую проводит Международная федерация студенческого спорта. Сразу же после этих соревнований команда поедет на тренировочное мероприятие, после чего продолжит выступление на этапах Кубка России. На сегодняшний момент сборная Красноярского края по итогам этапов Кубка России, которые прошли на Урале, занимает лидирующую позицию.